Ну, поиск национальной идеи был еще очень смешно описан у Пелевина, когда они там ехали в машине, разговаривая с каким-то бандитом. Но я думаю, что национальная идея, наверное, нужна, конечно, для вот, движения какого-то вперед, но пока она не найдена. То есть я не могу. Меня об этом, кстати, спрашивали неоднократно, но я не могу сказать, я не знаю.